конечно же, вы узнали, это Африка. Сезон миграции, великого переселения. Влекомые инстинктом размножения, антилопы гну, зебры и газели с мая по октябрь пересекают реку Мара в поисках лучшей еды для будущего потомства. Несколько миллионов животных уверены, что на другом берегу и трава зеленее, и хищников меньше. А для хищников такое количество вероятной добычи, ну просто праздник желудка. Радуются обилию пищи львы, гепарды, шакалы, дикие собаки, гиены. Все они буквально по пятам преследуют обезумевших от путешествия животных. А уж когда настает пора переходить реку, начинается самое ужасное. Крутые берега, течение и давка в немалой мере собирают свои жертвы. Но главная опасность в воде – крокодилы, для которых начинается настоящий пир. Эта переправа, полная драматических моментов, привлекает множество зубастых хищников и туристов, вооруженных видеокамерами. Посмотрим же и мы в молчании на это величественное африканское зрелище.